Тундра – род женский, хранительницы традиций. Выставка под таким названием открылась сегодня в этнокультурном центре. Конечно, когда она выходила замуж, она выпрямляла поход. А, то есть это еще такая осанка, да? Да, да, да. Еще. Может, очень хорошо. А сколько лет специально было? Не одна коса, когда она замуж ходила, да, как у Саня? Красавица. А у них было две. Ведущий методист этнокультурного центра Елена Конюкова показывает нам женское украшение на косник. Такой головной убор нинские красавицы надевали на свадьбу. Украшали их медными изделиями, которыми они обменивались с пустозерскими модницами. Всего на выставке «Тундра. Род женский. Хранительниц традиций» представлено более 30 предметов. И все они показывают необыкновенное мастерство северного народа. Эту сумочку шила племянница моего отца. Это давно очень было. Она мне подарила, когда мне было 14-15 лет. Вот я была девушкой молоденькой, 14 лет, может, мне было. Она мне подарила. Она уже многократно реставрировалась, вот эта часть особенно. А вот эта основная часть, вот эта, она так и есть, как было. А для чего вот эти? Это украшение или это оберег какой-то? Это, во-первых, украшение, может, и оберег. А в другом случае она играет эту роль такого, что это оленеводы кочуют, и сумочки-то укладывают в другие сумки большие. И вот, чтобы ее быстро найти, так потрясешь мешок, и сразу, ага, вот эта тучаечка моя в этой сумке. Мастерство своей родственницы Анастасия Аристарховна переняла. Ее лучшие тучейки сегодня украшают выставку. Кстати, в советское время мастерица одну из своих работ подарила Людмиле Зыкиной. Здесь каждая работа дышит историей. Некоторым экспонатам более 70 лет. И эта паница тоже нам предоставила Елена Егоровна Конюкова. Это паница ее бабушки. Еще Литкова, Поросковье Анатольевна вот осталась. Она уже, конечно, вся сыпется, но не утратила своей красоты и дожила до наших времен. Кроме одежды и украшений, также на выставке представлены орудия труда ненецких женщин и предметы быта. Ну и, собственно говоря, выставка отражает мир женщины за полярным кругом. Здесь представлены работы или вещи, которые принадлежали женщинам 19, 20, 21 век. Нам предоставили эти работы современные и старинные 18 жительниц нашего округа из Нарьян-Мара, Нельминоса, Красного, Омы, Индиги и Неси. Окунуться в мир умелых мастериц тундры может каждый желающий. Выставка работает в фойе этнокультурного центра до 27 августа. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».